Олег Нестеров, Брест. Сегодня снова солнышко и праздник у нас. Наконец-то Серега забрал этого корча синего, который стоял все время около нашего гаража. Итак, вот вам елочка новогодняя, да, скоро праздники. И начнем мы сегодняшний день, как всегда, с анекдота. Ну, анекдот такой. Представьте, значит, лес. Идет или Муромец с буданища, плохо ему. Ну, идет по лесу, смотрит. Баба-яга сидит на пеньке, без зубов, короче. Бланш вот такой. Говорит, блин, яга, кто тебя обидел? Ой, да, Илюшенька, никто. Иди себе с Богом. Все хорошо, никто меня не обижал. Ну, смотри, старая, то я бы помог, разобрался, чешо. Ну, пошел дальше, идет. Смотрит, леший, короче, сидит, рука сломана, весь забинтованный, стонет. Говорит, блин, что такое, что с тобой, леший, дорогой? Иди, Илюшенька, иди, все хорошо, ничего, упал с дерева. Ну, ладно, шу. Дальше идет. Смотрит соловей разбойник, короче, весь без зубов, нос разбитый, ухо порвано, серьги нету уже, пальцы переломаны. Что с тобой, соловушка? Ай, Илюшенька, ничего, все хорошо. Давай разберусь, кто тебя обидел. Никто меня не обижал, все хорошо. Ну, идет дальше. Ну, взял пузырек, идет обратно. Блин, смотрит, там что-то они все собрались, шушукаются. Думает, блин. Подслушать, что они там говорят. Так закрадывается и слышит краем уха. Ну, там, они между собой общаются, говорит, вот, Илюшенька, вот золотой человек, трезвый, но пьяный же, блин, то не так летишь, то не так свистишь. Вот такой анекдот. Ну, а сегодня мы будем красить крылышко. Как бы крылышко у нас покрыто эпоксидным грунтом черным. Сейчас вот дядя Толя скотч-братиком все это затрет с... Это у нас обезжириватель мы сюда налили для удобства. Скотч-братиком все затрет и мы его покрасим. На крыле нету повреждений, это радует, там на тайваньце. И плюс, что оно покрыто эпоксидным грунтом, скорее всего. Или не знаю каким, но грунт не смывается и очень жестко сидит. То есть в отличие от грунта транспортировочного. Если у вас вот крыло черное, проверьте, транспортировочный или нет грунт. Можете на тряпочку с растворителем и потереть. Если транспортировочный, останется черное пятно, потому что он вообще похож такой на мел и смывается шкурочкой. Транспортировочный грунт лучше смывать. Не оставлять его. Как бы на транспортировочном нежелательно красить, его лучше снять весь. Ну, не то, что прям до блестящего металла, так, с большего, чтобы там, если чуть-чуть останется, ничего страшного. И перегрунтовывать его. Ну, если хотите, чтобы долго машина ходила, сначала эпоксидным грунтом, потом наполняющим, замыть это все и покрасить. То есть тут проблем таких нет. Ну, это дядя Толя сейчас приготовит как бы крыло. Еще нам надо приготовить бампер. Бампер у нас тоже новый. Пластик скользкий, то есть отлив, да? И когда отливают, там формы смазываются, чтобы бампер не прилипал. Они могут остаться на бампере. И поэтому мы снова, вот видите, в такую бутылочку я налил вот такого вот обезжиривателя. Удобно брызгать. Ну, можно и на тряпочку это все делать. Бампер тоже замываем скотч-брайтом весь с обезжиривателем. И покрываем его. Вот, чтобы я покажу вам. Вот такой штучкой. Это праймер для пластика.
То есть этот праймер способствует лучшей адгезии, то есть лучшей прилипания. Он как бы разъедает немножко пластик, а на него уже краска как бы ложится хорошо. То есть он у нас будет использоваться для сцепки. Сегодня у нас тоже будет как бы тема не очень большая. Покрасим мы крыло и бампер. Капот у нас уже сделан, но его тоже надо будет красить. Но красить мы его будем позже, после выходных. Ну и вот дядя Толя принес бампер новый. Пакет мерзли, можно будет в магазин с ним потом сходить. За колбасу, да. Отменная колбаса. Вот, как можно увидеть, бампер блестящий, он с какими-то налетами. То есть, блядь, вот это все сейчас будем замывать. Также с силиконом затираем, потому что здесь вот эта смазка может быть. Затираем. Чтобы эта смазка у нас потом не попучила, не попузырилась, мы ее сразу смоем. Хорошо, вот в этих местах тоже хорошо. Скотч-брайтом можно подлезть. Протираем. Ну и начинаем обрабатывать гараж. Я беру вот вараночный пистолет и с него стены промываю. Все части, на которых может собраться пыль. Печка дает пар, тем самым тоже мочит стены. Везде, все места, где у вас может собраться пыль, тоже брызгает. Вот так мы закрепили крыло. Как бы снизу я его тоже подвязал, чтобы его не так болтало при покраске. Сейчас мы еще раз обезжирим, протрем антистатической салфеточкой и будем красить. Протираем антистатической салфеточкой все, чтобы у вас от тряпки от вашей, от ХБшной, которую мы обезжиривали, не было пыли. То есть на салфеточку это все прилипнет. Сильно салфетку не надо прижимать, на ней и так прилипнет. Не старайтесь втереть ее. Там еще неизвестно, что на ней. Силикон. Ну и берем вот такой праймер, как я уже показывал. Пистолет я возьму отдельный. Он выглядит как водичка. И будем покрывать бампер. Не забываем пройти и все края, и везде вот тут. Не обязательно его сильно толстым слоем, тоненьким слоем наложили и все. Он бесцветный.
тоненьким слоем ложим. Во всех вот этих потаенных местах тоже. Настало твое время, погнали! Не забываем одевать респиратор. Вот так все это выглядит. Еще немножко туман. Вот так все это выглядит. Пыли практически нету. Такая небольшая пыльца есть сверху, но она легко убирается. Бампер. Ну что, дядя Толя? По домам. По домам. Ну а на сегодня все. Я думаю, полезную информацию вы получили. Для чего праймер? Увидели, как им работать, увидели. Ну а по покраске есть в других уроках. В папку заходите, покраска автомобиля, уроки по покраске, и там все это как бы есть. Следующим уроком мы, наверное, будем собирать машину. Завтра у нас будет выходной, наверное, завтра воскресенье. Ну а с понедельника мы еще капот будем красить. Ну вот вроде и все. И напоследок анекдот. Ну у нас немножко стемнело, поэтому анекдот будет с черным юмором. Похоронная процессия. Идет колонна. Ну и позади колонны чопает грустный, унылый мужичок. Жену хоронит. Ну и подбегает к нему со стороны человек, говорит: блин, Колян, здорово, 100 лет тебя не видел. Как дела вообще? Да вот, женю хороню. Говорит: а, ты чё женился? Поздравляю! Вот такой анекдот! К сожалению, очень много есть таких людей, которые не догоняют, да? Ну, как вот этот вот молодой человек. Ну, а на сегодня как бы все. Я думаю, немножко полезным был урок, видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. С наступающим всех Новым годом! Счастья, здоровья, успехов, энтузиазма, солнце в душе, солнце на сердце, легкости в любом вашем начинании. Добра и бабла! Правильно, вагон и офигенную телегу! До новых встреч. Ты же пришел домой, а тут такая красотень. Домашние постарались. Елочку нарядили. Елочку. Ну-ка, выключите свет. Смотрите, как она красиво в темноте светится. Ой. И это огоньками. Это еще не все. И комнату тоже нарядили. Вот, чтобы деткам было красиво и весело. Так вот дядя Олежа готовится к Новому году. Да, Таечка? Какую елочку нарядила доча? С мамой наряжала. Ты с мамой наряжала?
Красотень. И там Дед Мороз спрятан. Ох ты, елки-палки. Красотень, готовьтесь всех к Новому году. И еще раз всех с праздником. Наступающим. Да, вот еще хотел. Показать хотел. Это жена у меня вот так вот вышивает. Рамочки все. Ну, здесь у ней много работ. Вот. Вот эти мне нравятся, тоже красивые. Тоже вышивала. Снегирь такой. Зимний домик. Это вот дама за елочкой тоже. Красиво очень.